Сеть кофеен американской компании Starbucks будет переименована в России в Stars Cafe. Она откроется в четверг, 18 июля. Новый логотип сети схож с оригинальным логотипом сети зеленого оттенка. За основу взят круг с двумя звездами по бокам. В верхней части написано Stars, в нижней – кафе. Ключевое отличие касается центральной части логотипа. У Starbucks там располагается изображение двуххвостой русалки. В новой версии там изображено лицо девушки в кокошнике, с пятиконечной звездой и лентами с двух сторон. Флагманское заведение будет расположено на Новом Арбате. Отмечается, что теперь на стаканчиках для знакомств имена посетителей будут подписывать не вручную, а на термопринтере. В меню оставят сэндвичи, салаты, пасту, выпечку и десерты. Напомним, что после смены владельца и ребрендинга сеть кофеен планировали переименовать в VK Cafe. В марте Starbucks остановила поставки и прекратила свою деятельность по России.